Портуемся. Никто не трогает Саурфанга, он по центру там с топором стоит, квадратик, никто его не трогает. Все ранцы берем, одеваем ранцы. Чек на ранцы. Быстрее бежим сюда. Так. Тирагос, оставь шкаф. У нас люди в степях каких-то находятся. Те, кто спрыгивал. Тыкаем на сумон. Кого сумон плюс в рейд. Так, анкокер тут. Ранцы берем еще раз. Чек-то ранцы. Пушки заняли. Кто занимал? Пушки заняли еще два человека. Анкокер. Сейчас, короче, за ФК ГП будет. Этот. Мать, принимай, пожалуйста. Мать, ты здесь? Все, запускаю, короче, одного человека. Значит, Седдер на нашем корабле остается, я летаю туда. Я быстро чай налью ребенку. Давай, давай. Мы будем биться со смертельным врагом, Лактарагар. Фулбафы, пока корабль летит. Пристабаф дайте. Присты, пристабаф, филипец, мать. В корабле. Блин, в пушке. Кто летает? Калибурчик, выключи коня, поставь там сосредоточение. Летает звездочка. Куда летает звездочка, туда летать нельзя. Потому что вас убьет Мурадин. С одного удара. Кто падает, значит, на нашем корабле огонь не срываем. Кто падает, 100 гп. РДД сейчас все бьют ружейников. На той стороне с краю стоят. Ружейник с усмирителя небес. Милики тоже летают. Сиранцы взяли, надеюсь. Трэш не врываемся, сержантов особенно. Добивать их будете помогать, а не бить. Не врываться и с агро не срывать и не умирать. Кто упадет, 100 гп. Приготовились, скоро заморозка. Приготовились, подошли, скоро надо будет перелетать. Приготовились, милики. РДД. Полетели. Не летай больше со мной рядом. Умрешь, 200 дам. Не летайте с звездой рядом. Или вы не понимаете русских слов? Улетели обратно. Милики, убегаем быстрее. Все, молодцы. Значит, летайте вон, где локовский портал стоит, оттуда. Где звезда стоит, отсюда не летайте никто. Русвет, ты в РК? Да. Перелетай на тот корабль. Трэш никто не танчит, я вылетел. Перелетел? Нет, я Мурадин, блядь, не вижу Мурадина. Блядь, ну увидь. Сейчас захожу уже. Все, нашел. Такой металл. Летел нормально. Все хорошо, бьешь нормально, я вижу. Ну срывается, сука. Улетайте обратно. Я при смерти так и сейчас выжил, да. Улетайте обратно, тихо. Улетай обратно. Все, остаешься на корабле, я зашел. Огонь! Что на краю стоит, там же куда стреляют ракеты, они же вас скидывают вниз. Да ладно. Че, они не поймут? Приготовились перелетать. Перелетели, последнего мага бьем. Сильнее мага бьем. Динамику! Завязывайте это. Улетели милики, ушли. Сколько там хп, добивайте корабль.
хп не вижу, нету хп. 200 тысяч. Добивайте пушки. Стакайте и двоечку или что там. Так, чек на ФК. Принимаем готовность. Сразу заходите сюда, запускаете с рука. Так, Мартен. Запускаете с рука. Дайте ребаф, пожалуйста, парень. На мейн роли. Фулбаф давайте по рейду. На мейн кольцо ролим. На оф ролим. 10% танки. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. И вместе мы... Что-то кому-то надо будет, скажите. Значит, сейчас. На сурке. 5 хилов. Метки вообще не упадут ни при каком обстоятельстве. Значит, если вы Редрик Маковей, у вас... Метка вот это будет здесь, воителя этого, блядь. Дело. Делаешь так. Откадешивается стан, даешь стан и бьешь моба одного. Не откадешивается, не бьешь, если будет метка на тебе. Значит, все бьют трэш без исключения. Рога, ШП, все 5 магов бьют. Это большой ДПС в трэш. Если трэш будет вырастать, кого-то убивать. Если не дай бог мы при этом упадем. Это будет по 200 ГП тем, кто хуй забил на трэш. Сейчас все играют в трэш. АДК, ФДК, блядь, все 25 человек, кроме хилов и только, и все. Вот. Значит, танки. Седер знает, что как делать, я знаю, что должно быть нормально. Соответственно, Маковей отдаешь стан в этого, блядь, как он называется, в любого моба, который тебе понравится, блядь, отдаешь стан и хуяришь. Так, приготовились, Гера с пула. Если вы хотите все проходить, делайте так, как говорится в тактике. Делайте так, как вам говорят. Если вы будете делать хуйню, будет пиздец вам. Ободряюще. Так, все, разбьем. Кто второй танк? Протпал? Да. Так, приготовились. Так. Сендер танчит, все нормально. Приготовились. Дается даже объявление. Трэш 5 секунд, приготовились. Внимание, навострили свое. Рейндж словите, демон или кто там поворот. Пулдед. Трэш. Молодцы. Блять, не увидел этого. Чё вы так долго били? Дыра. Так, пока бьем. Будет 3 или 4 трэша. Бьем все без исключения. Бьем всего 3 или 4. 5 секунд трэш, приготовились. Внимание, приготовились. Все в трэш. Добили. Вот отлично. Есть трэш, дохнет быстро. Забираем. Так, пока бьем, будет третий трэш. Так. Бьем сильно. Трэш 5 секунд. Приготовились. Внимание, сейчас приготовились. Приготовились. Так, забирай, Кирилл. И теперь смотри, нажимай БЗ, божественная защита, нажимай. Вот, отлично, бьёт.
метки сильно хотаем, ДЦ защитуй. Так, будет последний трэш, будем бить. Так, сейчас трэш убиваю. Филипец гимн на хп. Убили, убили. Убили я под низы. Убили быстрее. Вот, отлично. Два позорных шамана. Так, теперь никто не отходит, две вальки надо убить. Линканите дамаг в трэш. Ребят, момент, увлеченник. Портуйтесь, открывайте портал. Воля. Мы волю ролим на мейн. Как подобает. На гранде. Как я и говорил, будете делать все правильно, будет падать топ-лут. Так, кто выше по ЕП? Так. Выше Selfish Moron. Поздравляю. Защитник ролим. Так, Русвит Блудинес. Так. Блудинес, тебе надо это? Гоните в трэш дамаг. Там банановая первая. Да линкани. Да я не ебу как. Так, стойте у портала. Когда зайдете, стойте у портала, пожалуйста. Дальше никто не ломитесь. Сейчас я портанусь. Так, сейчас я приду. Пошли, Шанан. Ну так, Шанан отошел. Кто не это, никто не отходит, портуемся. Стоим у портала сейчас. А печеньку геровскую кому? Бладинес. Встали все назад. Сова назад, оттянитесь все назад от ступенек. Ушли назад к порталу. Я приведу одну вальку, после нее за второй пойдем. Стойте, ждите. Приготовьте, сейчас надо будет бить вальку всем. Чтобы ее не багать, да, нельзя. Давай идем будет. Да. А можно спросить Бладинес Гогопу, но а это 10-3 героический, зачем тебе еще одна? Он на протовары ролит. Понятно. Так, привел, все бьем. Сильно эту дуру бьем. Ешим этих дураков. Это Рузвит спрашивал, да? Ну да, я просто я как бы ну, с этой системой еще не очень знаком, но я-то думал, что только шмотки распределяются, типа кого больше такое. Печеньки тоже. Понятно, то есть. Ладно. Ну вот если еще защитник выпадет, он Морден упадет, а третий уже тебе втроем ролили вроде. Идем за звездой все в центр быстренько. Никто вправо-лево не идет, потому что она забагается. Вот. Никогда нельзя выбегать куда-то там, куда он вздумает. Потому что так багаются вали. Так, зауешили этих дураков. Пошли на вальку, пошли на синдру. Так на вальку. Пошли на кровь, может, сначала. Нет, пошли на вальку. Значит, у кого есть персы, кому не жалко КД, зайти и похилить. Анкокер, справишься с трэшем на вальке? Анкокер. Я могу зайти и похилить. Всё. Так, это самое. Макаве, есть танк? Морден, Бладинес, портовары есть, про Роялт. Роялт, Бладинес. Бладинес на леди спекнешься. Пока бьем трэш, короче, пошли бить. Сейчас,
Бьем этих дураков. Так, добиваем. Сейчас весь рейд будет бить квадрат. Милики, значит, моб справа, который стоит, он под собой кастует АОЕ. В нем стоять нельзя вам. Все в квадрат. Они поменяются местами. Дальше никто не тыкает на ястребов. Если кто-то тыкнет, блядь, я не знаю, распущу этот рейд сразу. Пойдете, блядь, с лолчатом. Убили квадрат быстрее. Поменялись, перебежали милики. Так. Теперь вот этот квадрат бьем, вот эту дуру уешащую. Милики не бьют ее, милики маленьких бейте. Милики не бегите туда. Так, милики, бегите бить треугольник. Милики, бегите бить треугольник. РДД. Бейте квадрат. Милики выбежали с АОЕ. Милики треугольник, РДД квадрат. Давим войско. Нормально. Захиливаем рейд сильно. Милики треугольник, РДД квадрат. Треугольник, РДД. Это будет, я тебе сейчас прям напишу ник, ты его возьмешь в видео. Дядь, я тебе сейчас просто повышу. А, я не могу тебя повысить. Ага. Вон сеттер тебя повысит, ДРЛ, и ты возьмешь. Пускай он повышает. Уже давно пора. Так, пошли. Сейчас, смотрите, врываются, блядь, ресаем всех, кто упали там. Ресаем шамана, блядь, мага, бастика, два рша мы упали. Блядь, сейчас нас никто не будет хилять. Так, ну ресайте. Блядь, смотри, сейчас прожимай какую-то... Гимна хп спойте. Филипец, гимна ману, мать твоих гимнах. Не бьем пока. Нету. Сильно меня захиливаем, войд. ДЦ хиль. Внизу моба милики бей. Сюда не идите, вы сдохнете. Так. Ауешим РДД. Милики, не идите сюда, блядь. Не идите сюда. Кто сдохнет из двух ударов за секунду. Вон охотницу милики бейте, справа, слева. Ну, вот бейте ту дуру внизу, охотницу. Он ромбик поставил. Ресим остальных, кто там? Кто-то АФК, наверное. Shadow Morn, ты АФК? Ловим ДП не страшен, я так понял. Ты конь фуловый, ему катушку надо. Ему тапки надо. Я понял, но это ему не светит. Правда, катушка на шаманов не идет. Конмак. Так, приготовь. Фулл ДД. Сильно бьет. Бурстуем в одну цель, никто не уедет. То есть на мелких не будете дуть. Сильно вливаем дома. До щитка убить. Это ведите капитанов в мили зону. Шипалупи. Сильно вальку, миллион быстрее. Сейчас щитка станет. Вот добили, теперь этих петухов. Попался? Попался. Который кусался. Т.
Так, Бладинес у тебя протопал, я так, протовар, я так понял. Так, спекайся, Анкокер, спекайся. Так, Анкокер, Бладинес, спекайтесь. Бладинес, Анкокер. Кокер. Го похилить помогу Верду, могу с тобой остаться. Давай, давай Верду, нам тут не надо будет, ну, Шанан есть. Это, ставьте шкаф сейчас, пока никто ничего не пулит. Резай ману, значит, этот, Шанан, ты тут? Да. Бладинес, Анкокер, этот, танки. Значит, распределитесь, кто слева, кто справа. Значит, Кирилл, на чё заходишь, на Эршаму? Алло. На кого? Подожди, я вообще-то согласен. Мне вообще-то подойти надо секунду. Может кто-нибудь там танчит вместо меня? Блять, нужно, чтобы ты похилить зашел. Секунду или сколько там, я не понял. Ну давай на Ршаму зайду, ладно. Ну заходи, потом после Вальки отойдешь. Так, поворот или Галас принимайте. За АФК ГП будет, блять. Не будете бить трэш. Сдохните на трэш и тоже ГП, блять. Кайте этот трэш, надо убегать. Милики не стоять. Если вы сорвали игру, не стоять перед мордой босса, не дохнуть. Значит, это самое. Сейчас я... Этот, Седдер заходит. Шанан на РЛа. Я зайду на Холи Приста. Сейчас офнусь. Значит, на рейде будут два Эрдру и соло. Не уронить рейд ни в каком случае. На Вальке будут три Эршама, Холи Пал и Холи Прист. Нет, на рейде будешь. О, можно я на рейде шаман буду? Просто нет, будешь так сейчас в порталы лететь. Там я звездочку на себя поставлю, будете лететь вместе. Я не знаю, если ты был там в Гере или нет, но здесь еще стаки дамажат. Ты быстрее будешь. В 25-ке в Гере, ну я как ходил, мне, короче, я какой-то шары пролетаю, они не берут почему-то, не брались. И мне... Надо в них останавливаться, сейчас ты все увидишь. Успокойся, все будет хорошо. Да я спокоен. Ты тут, Шанан? Да, это да. Вот Тарксарс у меня, вот Сумонти нас. Пока что ассиста дай, пока что ассиста дай, перезайду потом обратно после Вальки. А может и нет. Так, принять. Так, Darkstars получил сумон? Нет. Дыхайте. Сейчас получил. Все, значит, приготовили. Сейчас шмот чекну. Так, нормальный шмот. Так, значит, смотрите, в порталах летать будем за звездочкой. Это значит, когда вы заходите в портал, нужно увидеть звездочку, полететь за ней. Буду слетаться в центр, будете все в центр слетаться, и потом к голове Вальки и так в ту сторону, куда звездочка полетит. Чек на пул. Шадоуморн, все, начинаем. Побежали. Два Эрдру на рейде, ДЦ на рейде. Побежали танки. Не падаем никто, не умираем. Если кто-то умирает, сразу скажете об этом. Будет ГП за глупые смерти, блядь. Бладинеса захильте. Не стой перед мордой босса, Бладинес, не танчи. Блядь, Бладинес, не умирай, сука. Как человека прошу. Будь осторожен. Так. Когда появятся красные точечки, надо будет Рузвит в них встать. Убедиться, что рядом нету хилов. Ну ты знаешь. Приготовили. Вот я где стою, там и стою. Не, я знаю. Так, словили свои точечки. Все словили. Триршам их улипал. Слетаемся в центр и к голове. Активируем порталы вместе. Полетим. Звездочку к Вальке, к голове, к голове. Быстрее. Пошли, пошли, пошли. И пошли. И пошли. И еще пошли. Может будем под давление бить?
Так, командуйте с нами. Алло, подавление. Готовимся, скоро портал. Ищем точки, точки, точки. Словили свои точки. Идите лови. Сейчас порталы, внимание, к голове. Да, блядь, все точки разобрали. Ничего страшного. К голове летим, к голове. Портал. И дальше. Ходите в черную лужу, дамага. Рога, выйди с лужи. Так, повторяю. Давите или слева, бейте. Давление сверху вверх, вниз. Порталы ловим. Идите на другую сторону. Может, там есть точка. Банановая, блядь, рейд хиль. Останься с рейдом. Порталы приготовились полететь. К голове, к звезде быстрее летим. Летим вперед. И летим дальше. Еще одни гер. Порталы ловим свои, ловим. Давление слева, сверху, вниз. Че, обкуренные? Пробежать портал. Приготовили. Полетели к голове, к голове. Друга хилинг, полетели. ДК хильте, поднимите ДК. Лида, поднимите ДК, катите на бок. Паладин, Маковей, да, танчи. Танчи под баблом. Сука, не умирайте на. Рост давай. Рост давай. Филипец, Вальку, гимн на хп. Все, больше не полетим, да? Нет, хиль. Давление справа и лево низ. Вот отлично. Так, спускайтесь вниз все. Кирилл, отходи. В танках останьтесь пока, анкокер и этот. И кто? И, ну вы поняли, блудинос, останьтесь пока на трэш. Так. На мейнспек ролим. Петля. Петля на мейнспек. Блять, на ов 10% ролим по ролу. Предбис накид королем. Так. Кто интересует выше? ПГП. Фипец, Вудхилл. Короче, что Морн. Здесь так. Лиссандра вроде, да? А, соло выше. Ну, а кто еще? Все, да, правильно. Соло выше, правильно говорю? Драконикс 98. Да сука, блядь, не по ролу ролится, или ты ничего не понимаешь, что происходит. По ИПГП отдается шмот. Вроде как соло выше. Все. Так, спускаюсь вниз. Так, чек на ФК. Сейчас это тоже пару минут отойду. Значит, смотрите. Спасибо за сумон. Так. Вон. Че за ЕКП? Что за хуйня вообще? Ты у нас новенький в гильдии? Да, новенький.
И ПГП... Я просто 6-7 не играл, да? Новые фишки какие-то. Я знаю, что это ПГП, мне... Ну, серьезно. То же самое была херня. На БК. ЕП ты получаешь, когда убиваешь рейд. ГП получаешь либо за шмот, либо когда падаешь, вайпаешь рейд. То есть ГП это штраф, ЕП это очки, за которые ты... ЕП делится на ГП, и получается цифра. У кого эта цифра больше, ПР называется, тот и получает шмот первый. Осознал, молодец. Да. Печально, конечно, все это. Звучит, блядь. Ролл так ролл раньше получил за какую-то бегу. ПГП чем-то круче, ты привыкнешь. Очень быстро. За пару лет набьешь себе ненужное количество. Блин, у меня просто был стоп-скрин. То же самое. Тоже быть какие-то. Я хуею с вас. Ну вас нафиг. Не, ну а что делаешь, если как бы, ну, у тебя стоп-скрин вообще? Я тыкал на кнопки, но смысла. Ну это же самое, в принципе. Два миллиона внес. Что? Так, больше эту хуйню не юзайте, ханты, блядь. Дерьмо это не призывайте больше нахуй. Пока что бьем так, кто остался. Короче, блядь, добейте. Сейчас вам поставлю метки, блядь, рабочих вот этих пидоров. Вот этих вот выбрали кружок, все захуярили, блядь. Так. И ромбик. Захуярьте их, блядь, они вам станы дают. Сильно захуярьте. Все, короче, отошел. Кстати, из тех, кто остался в живых, отошли еще где-то примерно треть. Всем привет. Вы поставите. Да. Слышал, вам надо помощь. Меня ты имеешь. У нас пока фул. Хотя у нас. А, нет, Дарксай зайдет по. Я в 10 ухожу. Писал. Потом поменяем что-то до налега. А потом остальных, кто там слабо дамажит, мы поменяем на нормальных типов. Давай, Филипса за меня. Кем зайти? Филипса? Филипп, ты что, уходишь? Я в 10 говорил, что вы. А сейчас могу сколько? Раньше. Могу раньше. Тут, в принципе, маги, блин, я не знаю. 5 штук на брони, нафига столько много. Блин, ни у кого нету нормальных людей. Ой, точнее нормальных вас нет. Ни шпшек, ни хилов. Тупо мать. Да мне 200 гп на часы какие-то тапки. Гоун чуть-чуть. Уже шанан врывается на тапки. А еще... ты должен полтора месяца, еще полтора месяца не поиграю, пока ГП не сброшу. Хотя подожди, 70, раз, два, три сброса. И три недели играть не буду. Так, а можно спросить, смотрите, ЕП, полет, а можно заходить? Конец. Я не заходил. Олег, был ниже канала. Сейчас я просто не могу, я гружусь и не могу выйти с ухки. Тогда перекинешь меня, как будешь готов. Народ, а каждую неделю снимают по 10% ЕП? Ну да. Да, снимают. А ГП сколько снимают? Тоже по 10? Да. 10% каждый четверг. Не, 4 недели, сотку, чтобы сбросить. Короче, месяц. Какой нет, пиздёж. Месяц. Смотри,
Месяц? Чтоб сотку сбросит, тебе 600, отнимаешь 60, остается 540. Так у меня 200-ка. Отнимаешь 54 две недели. 200-ка у меня. Ну, ГЦ, поздравляю тебя. Можно заходить сюда или нет? Нет. Не. Чего там так долго, бля? Потому что 20 человек упали. Бля. Потому что теперь в отныне, блядь, ханты, у кого петли есть, локи, не призываем этого дерьмо это, блядь. Из-за ворот, сука, не багаем ничего нахуй. Будете ГП получать в следующий раз. Буду предупреждать на авальте еще, блядь. Стоп скрин у 50 человек и вайп рейдер. Быстрее дамажим этих драконов, эти последние. Так, что нам, значит, сейчас ты тут? Какой именно? Или это сервак стал скакать-то? 115 пинг, кстати. Ну, нормально. Так, Шанан, ты здесь? Шанан, чек на пул. Чек на АФК. Так, пока не агрите, ничего. Так, можно заходить? Да, заходите, портуйтесь. Этот. Сейчас я перезайду обратно на танк. Так, Шанан. Не кикай, пристан. Суманите лучше меня. Так, суманите. Ставьте шкаф, сумоньте сейчас людей, танков. Сука, ты не понимаешь, я тебе говорю не кикать, блядь. Надо, блядь. Так, не это фонит у кого-то там. Сейчас скажу, как бить, какая тактика, значит. Суманите, пожалуйста, ДК. Поставил плюс в рейд. Сейчас убьем двух драконов быстро. Будем да не суманьте вы кучей, чего за моду вас тупая. Ну, это все нормально, это все хорошо. Так, приготовились, чек на пул. Чек на пул дракона. Давай, Эрелла. Это у нас тут Олег хочет зайти вместо Филипца. Пробафайте только. Филипец. А сейчас, подожди, я после синдры, может, какой? Давайте. Слава, я тоже до 10 часов, я больше не могу. Я тоже. А, ну хорошо. Я заменю Филипца, и мы пройдем быстренько, спокойно. Да, все правильно. Это самое. Сейчас драконов бьем. Филипец ШП, ты на ШП зайдешь, а вместо Кирилла кто танчить будет у нас? Давай на пристекле. Сейчас посмотрим, что там будет с рейдом. Слава хорошая нужна. Слава. Да. Я тогда локом на тапки зайду. Там да, конечно. Конечно. Первый ПР, у кого вы зайдете обязательно. Это просто вынужденная ситуация, когда нужна. А во что идешь? За тапками. Ты сейчас релить прям хочешь? Или чё? Я могу и сейчас, как тебе удобно. Ну давай. Тогда Филипса надо портовать или кого-то из них. Ну как хотите. Ну да, Седер сейчас вовнится, зайдет диплом, он потанчит. Ралька, а ты писал, что зайдешь за тапками? А? А ты писала, что зайдешь за локом за тапками? Она локом так она рисовала. Первоначально она заходила локом. Пока ее не поменяли на ребре. Да. Кому-то место уступить. Сиди, повороте. Роэлд, а тебе надо что-то навара? Ход и теряет сейчас, смотрите, Валька летит, Синдра летит. Ход и теряет сейчас. Шаман это ты. Хилимся, хилимся. Шаман, это Немо. Отбегите назад. Да, тотемы уберите, все нормально. Чё там? Кирилл, диплом зашел?
Давай ассиста и релла там, не знаю. Пати покидай будем. Так. А ФК можно где-то? Так, Кирилл, портуйся, Филипец, портуйся. Так, сумоним дипломы, Wild Magic. Каким там либо? Так, 800 плюс... Так, 1000 ИП. А вот этот драконик, с... чё он 8 плати делает? Вместо кого... А, нет. А, это Dragon X, это маг. Он с нами. Вижу, что он с нами. Так, что, убили там дракона? Да, драконов убили. Так, давайте сумоним. Давайте сумоним. Сейчас сумоним. Дай только лутера. Соло, ты ДЦ? Да, да. ДЦ, 5 хилов сейчас. Я думаю, даже банановые можно 6-го спикнуть. Ну как хочешь там. Нас и покидают для себя, для удобства пати, начнем. Тихрист лучше кидай СС. Потому ну, что... Их это шипа, верно? Да. Бананова это сова, да? Да, сова. Там вроде еще есть. Шана, тебе надо что-то на этого шамана, что ты им пошел? Мне? Да. Да, в основном тапки, а так ничего. Бананова, тебе что надо? Стринста. Просто у вас такой сетап неудобный. Ставьте рыбу. Один ретрик рейди. Нету больше ретриков, не было. У меня пал на КД, я бы им зашел. Пять секунду. Не знаю, Олег, как будет с этими хилами, ну там как огурчик только сильный, а вот остальные 4, ну соло еще ДЦ нормально, ну как бы рушамчики такие. Так что либо ну, кто-то из Royal вас... Ройл, Соло рейдов и кашет. Диплом, раздавай каски, маковей, кулаки, огурчик, кресты. Рыбу поставьте, что-то у меня нету ее. Так, у нас два лока. Кирогоса, это ВРК, ты слышишь? Кидай СС на анархотуриста. В повороте СС на солу. Банановая спекость в Эрдру. 6 хилов пойдем. Кто рулит катушку? Какой ПР? Кому-то надо катушка? Да ты лучше всех, по-моему. Сейчас посмотрим. Я ролю 42-47. На приста зайду на совет. Хорошо. А жезл кому-то надо? Хочу Армагеддон. Хочу Козыря просто загнать в этого на ретрика. Он просто рулит катушку. И жезл. Так, а сколько у него ПР? 20. Ройл, ты тут? Баф и каску, диплом. У вас тоже зависает или нет?
Алло. Ролд что-то говорил, что отойдет? Сейчас заглянем. 30 минут, ничего себе. Просил заменить он писал 30 минут АФК. Сейчас доберем, подождите. Сейчас зайдет код. Не пойдем. АДК нету, кстати, у нас просто. А если не до конца проходишь, ну, ЦЛК, вот сейчас 25-ку гер, все равно дают ЕП какие-то? Верно. Дайте шкаф. Я ж на ДК вроде КД, Олег. Я ж вроде ходил. Подожди. Да, чё это? Смонули уже. Так, чек на пул, на бафы. У тебя там КД на Альфонсе, да? Да-да-да, я им ходил. А протанчик? Понимаете, чек. Ну а протанчик, у тебя ДК есть? Уже потом. А, нет. Давайте, все готовы. Что нет? Там нет у меня ДК. Понятно. Спускайтесь вниз, 6 хилов. СС розданы, погнали. Тактики, наверное, все знают. Сейчас посмотрим. Каску под друидом, диплом. Сейчас дам. Молодец. Каску под ДК еще. Так. Два хила освобожденная магия, не стакайте. Давайте рост. Следите за притяжкой. Притяжка 8 секунд. Беги, малышка, беги! Обдотали Синдру. Давайте, сейчас будут метки. Метки вперед выносим. Дистанцию между метками соблюдаем. Соло
щитой метки. Прячемся за метками. По центру падает глыба. Подбивайте до 200к без дот. Глыбу, за которой стоите, не подбивать. Слева падает, оббежали. Опять слева, оббежали. Нет, Пинк, я ничего не вижу. Плохо, меньше пить надо. Сливайте глыбы. Слева, справа, 200к хп еще. Давайте, встали, намажьте. А чем принципиальное различие с обычкой тут? Что нельзя стакать на второй фазе вообще, потому что этот взрыв идет по всему рейду. Понял? Да. Тут больше никаких различий. Побежали. Дотайте. Поздно сказал. Давайте метки выносим, дистанцию держим. На мне метки. Давай, считуй меня. Считуй все метки. Следите сами за метками. Ничего сложного. Забегайте за склеп. Бейте склепа до 200к. Слева падает. Подбивайте склепы крайние РДД. Крайний слева. По центру падает, спрятались. Крайний слева РГД. И последняя глыба слева далеко, спрятан. Все, фулл ГД склепа. Давайте, дамажьте склепы, сейчас будет вторая фаза, становимся в одну точку, в сову. О, нам не будет метков спадать, просто запомните персонажа моего и все. Так, а хилус освобожденка, что делать, я забыл. Ты просто стоишь и смотришь по ситуации. Если Ред очень сильно просил, хилишь танки. Сейчас притяжка будет. Побежали. Фаза пошла. После притяжки будет глыба. Глыбу относим под босса. Морден, под босса неси. Мелики отошли, ждем. Никого не ресать. Бейте метку. Скидывай стаки за глыбы. Соло под босса. Милики в РДД зону, в квадрат. Метку не бьем, сейчас притяжка, ждем. Спрятались за глыбу, ждем притяжки. Милики отошли. Не бить метку. Метку не бить. Притяжка. Все, банановая под босса. Милики отошли. Анархатури с Ресой, мать, в двоих. Вставай. Леголас под босса. Милики отошли. Сливайте метку. Скидывайте стаки. Дорогоса под босса, милики отошли. Милики отошли. Метку слить. Следующую метку под босса. Метку не будем сливать, будем ждать притяжку. Как огурчик, давай под босса. Диплома захильте. Милики отошли, никто не бьет боссов. Шаманы, хильте танков. Шаманы, хильте танков. Мать двоих, давай гимн отхил. Метку не бить. Гимн отхил давай. Два приста, дайте гимн отхил.
Давай под босса неси. Захиливайте рейд. Давай прожимай сакру. Фу, анархатри, что ты делаешь? Бастик, встанешь сам? Шанан, выноси под босса. Милики отошли. Милики отошли в РДД зону. Давайте, фулл баф по рейду, пристабав, каску, крест попавшим людям. Захиливайте танков. Повороте под босса. Милики отошли. Милики отошли. Притяжка? Нет. Сейчас будет притяжка. Русфет под босса. Прохиливайте Русфета. Соло щиту и Русфета. Не вижу баф от щита. Метку не бить. Ждем притяжки. Милики отошли. Притяжка достает даже за глыбой. Тупые. Кто сейчас умрет, ГП. Банановая под босса. Диплома захильте. 18% хп спасабила. Где будет захил сейчас? Кидывай стаки. В следующую метку под босса диплом не иди, скинь стаки. Скинь стаки сначала. Прохильте рейд, Бастик, кастуй. Я не вижу, чтоб ты кастовал. Маковей под босса. Милики отошли. Все, Бастик, не кастуй. Русвет, кастуй. Вы что тут, первый раз? Банановый в сторону уноси. Диплом есть, сакра? Прожимай сакру, если не прожимал. Буду сейчас кидать ГП даже с первого трая босса. Кому осколок? Мордер. Поднимайте людей, идем на чуму. Клык Синдрагосы. Мать двоих, объясни, почему ты умерла или умер на притяжке? Покритель, рогом маг друид ДК. Тебя убила этот холод. Покажите детали смерти мать двоих, пожалуйста. Обжигающий холод первый раз. Второй раз ответный удар. Ну вот, я про первый раз. Смотрим по ПР, кто выше. Анархатурей, зачем ты идешь под босса? Да там метка стоит. Вы вообще в адеквате? Отойдите, рога отойдите. Или вам ГП кидать с первого трая. Килы в пятой пати, у кого есть ДД спект? Шупа есть. Мизнеце, значит, да. Ну спекайся в шупа.
Раз, два. Два ШП. Две самые. Давайте, за полтора часа надо это все пройти. Не, меньше. Почему была проблема с опять вайпом? Почему? Сначала в костерез зашли на ребре, потом на этом духов на леди хлопали, потом на корабль. У людей повешался бой, какие-то два умника там или один умник нажал этот запустить корабль. Запустился корабль, нас портануло уже, когда соответственно бой начался. И люди без ранцев были, ну и попадали, на корабле тоже вайп был. Все за все получили ГП. Ну сурка, слава богу, убили. Трэш разлетался. А у вас тут весело. Далее пошли на варку, захилили хорошо все. Даду на 30 секунд. Ходи. Все, пошли. Я согрел вонючку, отошли все назад. Будем вонючку. Отошли все назад. Сражались. Давай, Сакру. Почему у одного танка 10 стаков, у другого 70? Как так возможно? А у меня сразу 9-10. Странно. Бред. Первый раз такое вижу. Поднимайте мага. Раз я днём на гнилого, кто-то... Кто первый раз вообще на гниломорде? Я в рейдис вижу 5-8 маг какой-то. А, это я тебе говорю. Русвет. Не помню, просто тоже давно, если ходил, то это было. Не понял. Басик, ты первый раз хилишь гниломорды, да? Не, я хилю гниломорды не первый, именно в Герии. Ну... За тебя требуется поставить тотем на силу природы в центр. Забегать за спину босса, когда он блюет. Захиливать танков волной исцеления и хилить людей с дебафами волной исцеления, ты понял? Это бастику или я? Рейд проседает, быстрина цепное исцеление по рейду. Это бастик или Русвет? Это я бастику говорю. А, пошли, пошли. Ловушки. На, ловушки забыл про них. И там еще слева надо запустить. Дайте станы какие-то по ловушкам. Две запустили. Так, пошли, слушайте внимательно, кто будет на рейнже у нас. Это соло, мать двоих. Мать двоих, ты знаешь, как на рейнже стоять там? Вообще, первый раз или нет? Ты стояла на рейнже? Что делать знаешь? Становишься на рейндж, набираешь 12 метров друг от друга. Постоянно следишь, чтобы была такая дистанция. Может, ты будешь блевать, будешь получать урон. Если под тобой разольется лужа, ты еще больше урона получишь и сдохнешь.
как выходить со стаками дебафа, знаешь? Поставьте рыбу. Тучка не снимает стаки, по-моему, снимает уход в тень. Если на тебе будет мелкий слизень, то ты не прожимаешь уход в тень, потому что мелкий слизень уйдет в мелизону и появится большой слизень потом. Поэтому ты не прожимаешь уход в тень, ты поняла? Теперь на рейндж, что выходит. Повороте, Террагоса, Соло, мать двоих, Банановая, Wild Magic, так, это 6, Власть 7, Протопал 8 и Шанан 9. Чек на пул. Кто 7 не слышно было? Две совы, два лока, два ШП, Хант, Элем и Протопал, это 9 уже. Все. Разбирайте рейндж. Так, тут есть макарас на пул. Вот, пошел. Дали на рейндж, кому сказал. Держим дистанцию. Рус, отдавай рост. Видишь, Бастик? Человек с дебафом, его надо захиливать. Перебежали за спину, кто там под мордой стоит. Русь, да будем хилить или нет? Лужа появились. Мэджик, прожми глыбу. Мэджик, прожимай глыбу. С лужи выбежали, набрали рейндж. Леголас, отойди вправо. Лужа появилась. Когда лужа появляется, вы сразу все смещаетесь. По часовой стрелке. Перебежали за спину. Босс блюет, не напрягайте хилов. Перебежали, дамажьте дальше. Лужа опять появляется, смотрим. Перебежали опять. Сейчас будет губительный газ. Мать двоих, не оббегай лужу, ты должна по прямой линии оббегать ее, а не в рейд уходить. Перебежали за спину. Скоро будет большой слизень, готовься забирать. Опять лужа. Отбежали. Смещайтесь по часовой стрелке, захиливайте Wild Magic. Диплом, уйди от Wild Magic, появится мелкий слизень там. Перебежали за спину. Скоро лужа появится, драконик, прожимай глыбу, глыбу прожми, драконик. Перебежали. Элисандра, выходи на рейндж, перебежали. Опять лужа выскочила. Как огурчик, прожми бабл. Снова перебежали. Леголас, уйди от меня. Встал. Соло захиливайте. Захиливайте блюющих игроков. Соло не прожимая уход в тень. Опять лужа выскочила. Смотрим. Набирайте дистанцию. Мэджик, прожми глыбу. Понял. Захиливайте Мэджика. Смотрим, сейчас лужа появится. Опять лужа появляется. Дистанцию опять набрали все. 5 секунд губительный газ будет. В мини-зоне сейчас будет большой слизень. Внимательно, заберешь его на себя. Ты понял? Забирай большого слизня. Опять лужа, двигайтесь, набирайте дистанцию. Мать на двоих, в чем опять была проблема? Ты за ШП умерла. Шейдумор, тебе шип, да? Ты первый по ПРу. Раз, два, три. Там просто блевотина и слизни плевал без осветки, все. Можете показать, пожалуйста, детали смерти мать двоих? Сейчас. Шидумор, заходи на, пожалуйста, на ретрика. Наруч, надо кому-то? Так, смотрим, мать двоих, поток слизняков. Поток слизняков — это лужа, да?
ладно. Будем считать, что не повезло. За ШП тут типа сложно умереть. Реально умереть за ШП. Ладно. Надеюсь, что она что-то с этого делает, какие-то выводы. Когда вы умираете, мы наши шансы понижаются на убийство босса. Потом мы вайпаемся. Мораль рейда падает. Настроение ухудшается. Можно на ОФ кольцо? Блин, я забрал просто его себе. Кто это говорит? Дудутитка. Так, кральчик, значит, да? Соло, давай в ДЦ тогда. 4 хила захилим. Пацана, ну кто у тебя еще есть? Дорогоса, дружище, у тебя есть ШП? Поставьте, пожалуйста, шкаф, поставьте еще рыбу. ШП, да. Ставлю рыбу. Ну что тебе надо на Тирагосу, и ШП у тебя дамажит? Рыба справа от двери. Там шкаф стоит, нет? Не, дайте шкаф. А, Тирагоса, давай, шкаф. Кральчик, пойдешь? Бля, я даже не знаю, такая связка хилов просто ядерная. Мне плохо будет. Ладно, попробуем. Не, оставайся на... Заходи, если хочешь, заходи на ШП. Он лучше дамажит, чем лог. Принимайте сумоны. Повроти, ты в демоне сейчас? Нет. А Тирагоса, ты в демоне? Да, она в демоне. Ну, можешь вафли тогда. Так, вот две метки, сюда сбегаемся. Чек на пул. Не ебало, стойте. Кто говорит?